привет! Как вы уже поняли, я наконец-то смонтировала и выставила видео с нашего ежегодного путешествия. В этот раз я решила попробовать другой формат у этого видео, как разговорный влог. Как бы я буду вам показывать какие-то кадры из путешествия и буду рассказывать подробно как, что, куда. Поехали! Пятницу 23 июля в 8 часов утра. Выезжали мы из Латвии, потом через Литву ехали, и в Польше мы ночевали. Ехали мы весь день, и весь день был пасмурный, потом вроде бы распогодилось, ну а потом был дождь. Ночевали мы почти на границе Чехии и Польши, в городке, который называется Катовица. И вот вам небольшой тур по нашим апартаментам. В них мы уже однажды останавливались. Hello. Hello. Утром следующего дня мы выехали и держали курс на Литву. Рядом с этим замком находятся апартаменты, в которых мы останавливались на обратном пути. И это Чехия? Будем там жить! Пошли выбирать мороженое! Просто не передать ничем, ни камерой. Просто это надо увидеть своими глазами. Ведь это просто... У меня нет слов. Мальчики. Мальчики. Алло. Алло. Скажите, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Земля в иллюминаторе. Земля. Мама. Папа. А вот она я. Ой. Так, дайте мне пройти. Кто здесь? Холодильник. Наша комната. And туалет number two. Красивое лицо нельзя сделать. Передаваем привет. Большой-большой. Итак, тут мы уже едем в Венецию. И из нашего кемпинга мы выехали только 8:30 утра, а встали мы в 6:30. Ну, у меня нет слов, просто как обычно.
Чтобы доехать до Венеции, надо переехать через большой мост, точнее, длинный мост, даже очень. А парковка в Венеции очень дорогая. Я не знаю, что будет за тарифы. И наша машина стояла на 10-м этаже. Парковка очень дорогая. Дорогая. Третья. Сейчас голова будет кружиться. Могу сказать, что в Венеции нам с погодой очень повезло, потому что не было этого палящего солнца и не было дождя. Было просто облачно и тепло. Погуляли, поели пиццы. Мам, Валентина, улыбочку. Вкусно. Оторви еще чуть-чуть. Хозяин, блин. Блин! Пригласил Сталина на блоки. А наоборот. Тогда быстро приедем. Ну что, такие пробки. В этот же день отправились в Хорватию, в город Пулу. Да, Пулу. В Пуле мы находились 6 дней. У нас был просто чудесный хозяин, который нас кормил инжиром прямо с дерева. Это было что-то с чем-то. Я никогда не думала, что это так вкусно. Это совсем что-то другое, что у нас в магазинах продают и что у них там растет. Это просто... Венеции, я вам скажу, мне было мало. Я хотела еще погулять, потому что это было так очень быстро. Мы просто все идем большой толпой. Мама говорит, встали все, сфоткались, пошли дальше. Потом опять встали, сфоткались дальше. И я вообще не могла насладиться этим. Только когда вот плыли по Гранд-каналу, я вот все это видела и смотрела. Это просто очень красиво. Ну а если вы хотите продолжение, если вы хотите узнать, как дальше мы путешествовали, как мы провели наш отпуск, куда мы дальше ехали, что мы видели, что смотрели, что с нами приключалось, подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх и ждите продолжения, ведь оно будет очень скоро, если ты поставишь лайк. За ваше здоровье. Не болейте. У меня брат есть. Это его кружка. Все. Пока. Пока мы обедали, по стенкам бегали обезьянки.